Первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина вручила благодарственные письма и знаки областного парламента за труды работникам Одинцовской сферы культуры. Встреча прошла на площадке местного отделения «Единой России» в рамках реализации проекта «Культура малой родины». Деятели искусства много и упорно работают, чтобы порадовать зрителей, слушателей, вносят реальный вклад в развитие российской культуры. Одинцовский округ по праву может гордиться своими культурными традициями, подчеркнула Лариса Лазутина.